постоянно нарушает, постоянно. Да я вам ее несу деньги, не адрес мне, фамилия, гражданство. Тут сейчас давай. Что-то деньги просят, что ли? Другой страны гражданство. Интересует такой. Гражданин России, вы что? Кто? Я. Я? Я. Вы гражданин России? Да. А почему вы гражданин России? Ну, да. Вы же странный человек. Ну, таких нет граждан. Ну, в помине, в природе нет граждан России. Ты знаешь об этом? Же, так интересно разговаривать. Это преступная организация вот России, как вы сказали. Тоже вражеская. Название вот это вражеское. Департамент вражеское. Документы у вас фальшивые. Все фальшивые. Вообще это все не настоящее. Конечно, это вы впендюрили. Сказали, братан, ты иностранец. Все, понял, да? Фак. Ну, там... Какой-то старый хуй так придумал. Надо, блядь. Надо было. Но ты же не иностранец. Ты на своей земле как иностранцем стал? Как ты иностранцем стал на своей земле, я не пойму. Вот на этот вопрос ответ себе дай, не мне. Потому что ответ платный. Вот молодец, дай опять. 1 грамм золота стоит. Одна секунда. Не секунда. А слово. Просто на вас посмотреть. А время это отдельный счет. Да. Счет не продается, ну, бесценно. Ну, смотря как посмотрим. Ну, конечно, каким взглядом. Естественно, будем знать, что вы такой водитель хороший. Да. В следующий раз я буду начну от и до. Ну, пока мне всю подноготную на стол не положите. Всю положу, я вам все сделаю, без проблем.